Добрый день, друзья! Сегодня приготовим необычную вкусную закуску на праздничный стол, которая готовится за считанные минуты. Для приготовления нам понадобится яйца, вода или молоко, соль, творожный сыр, красная рыба, огурец, красная икра. Яйца солим по вкусу, добавляем воду или молоко. Тщательно перемешиваем до однородного состояния. На сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Масло мы будем использовать только для первого блина. На среднем огне нагреваем сковороду. Выливаем небольшое количество яичной массы. Обжариваем до румяности с двух сторон. Готовым блинчикам дать остыть. Длинными, не сильно тонкими полосками нарезаем красную рыбу. Разрезаем огурец на 6-8 частей. Семена лучше вырезать, особенно если вы делаете закуску заранее. Намазываем блинчики творожным сыром. Кладем тонко нарезанный огурец и рыбу. Сворачиваем в рулет. У готового блина отрезаем края. Разрезаем блинчик на 4 ровные части. Украшаем небольшим количеством красной икры. Очень вкусно, уж поверьте. Блины для такой закуски можно приготовить наперед, а собрать ее уже перед подачей на стол. У меня на канале есть более бюджетная закуска из яичных блинов. Ссылку на нее вы можете увидеть в правом углу видео. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!